В Ярославле стартовал сезон фонтанов. В день весны и труда запустили 13 сооружений в парках и скверах города. На Стрелке, площади Юности, в Демидовском парке, площади Труда, привокзальной площади, в парке Тысячелетия, на проспекте Ленина и на улице Андропова. Работать фонтаны будут до конца сентября. На их обслуживание из бюджета выделено около 7 миллионов рублей. Каждый день чаши фонтанов очищают от мусора, обследуют оборудование на исправность, проверяют даже на отсутствие повышенного шума, стуков и вибрации.